Первое упражнение. Встаньте прямо. Разведите руки в стороны на уровне плеч. Смотрите прямо перед собой. Начните вращаться по часовой стрелке вокруг своей оси в удобном для вас темпе до возникновения легкого головокружения. Дыхание произвольное. Второе упражнение. Лягте на спину. При этом удерживайте возникшее ощущение вращающейся энергии и переместите его в область пупка и солнечного сплетения. Руки вытяните вдоль туловища. Ладони прижмите к полу. С полным вдохом поднимите голову. Прижмите подбородок к груди. Одновременно поднимите прямые ноги вертикально вверх, не отрывая таз от пола. С выдохом плавно опустите голову и ноги на пол. Повторите упражнение. В конце расслабьтесь. Для перехода к следующему упражнению согните ноги в коленях, скрестив лодыжки, поднимите туловище и встаньте на колени и носки ног. Третье упражнение. Стоя на коленях, выпрямите туловище, руки по швам. Наклоните голову вперед, прижимая подбородок к основанию шеи. С полным вдохом отклоните голову назад, лицом вверх, растягивая мышцы шеи от подбородка до основания. Прогнитесь в верхнем отделе позвоночника. При этом одновременно скользите ладонями по телу, прижимая их к пояснице пальцами к крестцу. С выдохом опустите руки по швам и прижмите подбородок к основанию шеи. Четвертое упражнение. Сядьте с вытянутыми вперед ногами. Выпрямите позвоночник. Наклоните голову вперед, прижимая подбородок к основанию шеи. Прямые руки прижмите к туловищу, опираясь ладонями на пол ближе к тазобедренным суставам. Пальцы направлены к пяткам. С полным вдохом плавно запрокиньте голову назад. Сгибая ноги, поставьте стопы на пол. Поднимите туловище вперед и вверх до горизонтального положения. Зафиксируйте бедра и туловище в одной плоскости. С выдохом вернитесь в исходное положение. Пятое упражнение. Перейдите в положение лежа с упором на ладони прямых рук и носки ног. Колени и таз не касаются пола. Прогнитесь в грудном и поясничном отделе позвоночника, разверните лицо вверх. Руки разведены шире плеч. Ноги на ширине таза. Сделайте полный вдох и выдох. Со вдохом поднимите таз вверх. Выпрямите ноги, руки и туловище. Подбородок прижмите к груди. С полным выдохом вернитесь в исходное положение. Затем повторите цикл еще и еще раз. Наблюдайте во время выполнения упражнений за возникающими в теле ощущениями. На физическом уровне комплекс упражнений эффективно воздействует на все связки и мышцы, делая их эластичными и повышая общий тонус.